В защиту прав граждан сегодня состоялся прием жителей республики. Консультации давали сразу несколько ведомств – Следственный комитет, прокуратуру, МВД и Институт уполномоченного по правам человека. 14 долевиков судятся с компанией, которая, по их словам, отказывается предоставлять ключи от купленных квартир. Причина – подрядчик не рассчитался с заказчиком. Некоторые покупали непосредственно у фирмы «Триас», некоторые покупали через по договору долевого участия, по уступке прав требования. Когда суд еще идет, полномочий вмешиваться в дело нет ни у прокуратуры, ни у полиции. Однако сейчас материалы от долевиков рассматривают отдельно. Есть вариант объединить их вместе и отстаивать свои права в суде не поодиночке. Еще одна история. В другом деле суд уже вынес свое решение. В судах нам отказали, потому что нет документов. Угу. Ну, сейчас нет, у вас на руках подписан договор? Нет, да, договор. Хотя есть переписка, есть свидетель, есть все бригады, которые там работали. Договорных отношений подтверждений нет. Не представлено. Суды вы проиграли. Суды мы еще не до конца, еще Верховный суд России. Они строили дом без договора. Часть оплаты от заказчицы пришла, а остальное она якобы отказывается выплачивать. Якобы, потому что нет подписанных обеими сторонами документов. Вывод надо сделать теперь и бригадирам с бригадой, и строителю, как учинившим это все, и юристу разъяснять надо. А то вот так вот говорить до Верховного суда России. Можно, право ваше есть. Но начинается все с договора. То есть опять путем договорных ваших отношений каким-то образом уладить между собой. Обращались жители по разным вопросам – земельному, уголовному, жилищно-коммунальному. Такие приемы ведомства проводят регулярно. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.